А бухгалтерша не завтра должна приехать? Я приехала раньше. Доктор Карлота Мюллер. Констанция Кордоба. Я не бухгалтерша. Просили работу? Держите. Годовой отчет? Я здесь не для того, чтобы читать чужие отчеты. Я палеонтолог, как и вы. В фонде хотят, чтобы я проверила и оценила вашу работу. Очевидно же, что вся работа Карлоты – сплошные фантазии. Тогда-то я впервые и выступила с критикой фонда. Гиппогриф? А в чем проблема? С какой стати вся эта территория находится под охраной ради поисков какого-то мифического существа? Лично я думаю, вы просто хотите, чтобы фонд спонсировал вам этот летний домик и все остальное. Что это? Это Фредди. Кто ему выдал разрешение? Он вор, крадущий чужие находки. Можешь не мелькать передо мной? Это уже решать фонду. Он сказал всем, что направляется на Пико Бланко, чтобы получить разрешение. На самом деле ему нужно совсем другое место. Какое другое место? Лас Рохас. Это она попросила вас соврать? Доктор говорит правду. Не доверяешь мне? Тогда уезжай. Он пойдет на все, чтобы убедить тебя. Она уже рассказала тебе, какой я плохой. Тебя волнуют только деньги, идиотка! В жизни не всегда все складывается, как мы хотим. Пусть думает, что ты поверила. Разбитая земля. Вот видишь, мы ничего не знаем.